Так, мои красавицы, ротик я сделала, и я хочу на этой мордочке сделать. Вот мне нравится она, вот знаете чем? Что вот она сейчас такая, какая есть. Но я хочу ей сделать ямочку на щеке. Ну и может на этом мы не остановимся. То есть я вхожу в щеку, выхожу вот сюда. Таким вот образом входим. Опять в иголку эту же. Знаете, все легко и просто. Главное, чтобы вы видели лицо и что вы хотите с ним сделать. Каким вы хотите увидеть? Выходим тоже рядышком на миллиметрик в сторону. И нам надо выйти рядом вот с этой ниточкой. Ай, иголка кривая, рядом не идет. Ой. Снова ой. Ну, ладно, чуть-чуть вот так. Так, и теперь мы ее тянем-потянем. Вот так, раз. Ать, чувствуете, не там я сделала ее. Выходим. Значит, ее надо сделать где-то вот здесь. Вот так вот. Вот тут повыше. Поэтому я ее сильно сразу не затянула. И мне не нравится, что она идет вверх. То есть ее нужно вывести куда-то вот сюда. Тогда она пойдет правильно. В нужном нам направлении ямочка будет. Убираем. Я этой же ниточкой сейчас войду снова. Видите, это все эксперимент. Не бойтесь экспериментировать. Вот я сейчас не ошиблась. Я сейчас поняла, как я хочу. Так что не бойтесь. Теперь мы... А ткань она сейчас сама. Нормально с ней все будет. Я вот сюда сейчас зайду и выйду вот сюда, чтобы у меня ямка смотрела. Вот такое чувство, что тоже высоко. А может, не высоко. Нормально. Попробуем сейчас. Выходим вот здесь. Потому что если мы выйдем вот здесь, то она тянется как-то некрасиво получается у нее. Затяжка не в ту сторону идет. Так, смотрим. Рядышком, прям рядом выходим. Опять вот сюда же идем. Ой-ой. Так и хочет иголка куда-то далеко уйти. Так, смотрим. Ну вот. Это уже получше такая ямочка. Со второй стороны я, наверное, не буду ее делать. Пусть будет. Или лучше сделать. Прям вот так сильненько. Раз. Так. Я еще хотела сделать у носика такие тут штучки. Да, надо сделать у носика прям вот, чтобы туда ушел. Вот так. То есть ноздри у носика. Как думаете, будем делать или не будем делать? Сюда. Или лучше нарисовать у носика, да? Тут и так все видно. Если я сейчас сделаю такие большие, их туда затянет, и они будут, ну, губы, конечно, будут сразу выделены, это хорошо, но будет очень явно выделен такой нос. Ну что, будем пробовать или нет? Не знаю пока, пробовать или нет, сейчас подумаю. Ну, в общем, вот такая получилась. Смотрю, что тут сейчас как-то ямка, это тоже не очень-то смотрится. Ладно, я ее еще не завязала, сейчас посмотрим. Может, побольше ее так затянуть. Или без ямки лучше. Как-то ямка не проходит. Ладно, сейчас посмотрим, еще лучше сделаем. Девчоночки, в общем, я переделала. Смотрите, здесь я убрала
Янку. Она здесь вообще не смотрится, потому что узенькая личико, и как-то вообще она тут не смотрелась. И я взяла личико поширше. Видите, оно ширее, ширшинее. И вот тут вот сделала ямку. Я еще ее не утягивала. Я сейчас вторую, когда сделаю, я утяну. В общем, надо делать ямки именно на таких, на пухленьких щечках, на пошире чуть-чуть делать. Побольше, в общем, щеки набивать. Это, видите, опять опыт опытный. Если без опыта, то вот я вам сейчас показываю, да, можно уже без опыта вот это вот видеть, но мне первая голова, которая была узенькая такая, ну там вообще ямка не понравилась, она там вообще не смотрелась даже. Как будто это не ямка, а не знаю что. Так что делаем на голову пошире. Шире морда лица. И тогда ямки смотрятся хорошо. И выходим именно вот так, потому что по-другому они начинают не туда затягиваться. Вот, видите, вот это вот уже по-другому смотрится. Вот такая она такая тра-ля-ля. Мне кажется, все равно даже вот это я слишком далеко сделала. Ну ладно, такой будет фасон лица. Такие вот. Чуть-чуть прям поближе бы, вот прям капельку, наверное, сейчас все-таки переделаю. Не знаю, тут трикотаж такой, бифлекс, от него может остаться след. Тянуть придется вот сюда, вот так раз. Нет, в принципе, не сильно остался, я это румянами замажу. Сейчас еще разочек, дубль 2. Они могут быть несимметричные. А просто вот именно поближе, вот так вот. Вот, кстати, прямо тут отлично будет. Сейчас посмотрим, отлично или нет. Сейчас посмотрим. Ой. Ой-ой. Так. И рядышком прям выходим и туда же идем. Ну и что попало. Так, а теперь затягиваем. Вот, вот, вот это я и хотела. Вот смотрите. Вот такая сразу становится миленькая мордашечка. Так, теперь мы завязываем. Любуемся результатом. Вот, кстати, вот это тоже бы чуть-чуть поближе бы. И тоже супер был. Сейчас я ее тоже переделаю тогда. В общем, чуть-чуть поближе и уже другой результат. Вот, смотрите, класс. Класс. Ну, просто супер. А здесь вообще не смотрелось. Видите, узенькая личико. И она не смотрится сразу же. Вот. Так, ну что, переделать тут или оставить, как вы думаете? Или пусть они разные будут? Или лучше все-таки одинаковые сделать? Сейчас я посмотрю на нее. Ну, переделаю чуть-чуть прям поближе, прям вот капельку. Вот так вот. В общем, здесь бифлекс ткань, и она лучше делает утяжки. На ней смотрится лучше, сильнее видно. А вот на этой ткани она плотнее, на ней не очень-то видно. Вот сюда. Так, такая милая-милая мордуленция получается. Просто класс. Просто супер. Ой, как мне понравилось делать с этими личиками, с этими губками. Это что-то невероятное. Это просто такая милота получается. Почему я так долго не делала так? Честно говоря, я думала, что я уже все знаю. Мне уже стало даже неинтересно шить кукол, потому что, ну, как-то одинаково, все время одно и то же. И тут вот бац, я увидела губки на куколке. И думаю, ё, как классно-то, какая она миленькая, красивенькая. И я опять загорелась, опять у меня проснулось желание. Класс. Когда вот узнаешь что-то, да, вот новое, хочется что-то сделать, сотворить, вот тут желание просыпается. А когда опять идет все вот. Вот так вот люди и создают шедевры, когда они хотят, когда они горят.
а не когда они уже все узнали. Ну вот, вот, смотрите, супер, да? А, какая у меня аж мурашки пошли. Какая миленькая мордаха. Все. А это вот у нас осталась такая, такая серьезная мордулинца. Я сейчас накрасим ее еще. И будет, будет, будет. Ей тоже праздник будет. Все, мои хорошие, пока.